Хей, ОГС Мишимки, мы продолжаем родить игру по названием Spider-Man Shadow Dimensions. В прошлой серии мы с вами одолели, кажется, стервятника, да, стервятника. И теперь у нас челик, на которого понятно, на кого он похож и кто это. Интересный факт, внучка Мадам Сити, Шарлотта Виттер, получила чутье способности, став четвертой девушкой-пауком. И первой, кто решила злоупотребить этим даром. Великолепный Человек-паук, том 2. Ну, советы такое, нам нужны интересные факты. Над этим, над этим наши отцы работали в свои последние дни. Это труд целой жизни. Жаль, что им не удавалось увидеть результаты своими глазами. Фактор боли. И ваш ведущий антигонист за деньги, личный под заказ. Ваш милый и мобильный Дэдпул. Привет, мам. Добро пожаловать в Фактор Боли, ведите свои предыдущие, где участвуют сражаться за собственную жизнь. И запомните, дорогие зрители, меня можно снять для тайных операций, убийств и праздников поздравлений. Не знаю, кто меня больше удивляет, то, что он жил, или то, что кто-то упустил его на телевизоре. Внимание, сегодня у нас специальный выпуск приглашения в гости. Пройдет все наши испытания. И кто же это? Ты, Человек-паук. Чего? Именно так. Наш сегодняшний гость, наш добрый совет, единственный поэтический Человек-паук. Что ему нужно в этом? Ему нужно вот это, телевидение. Жестокая штука. Ты можешь прокатиться внутри. Ого, вот это размерки. Так, как это называется? Гиперинспекция? Паучок, можно я буду называть тебя паучком? Спасибо, что согласился поучаствовать в нашем совете. Ты ведь выпустил сеть? Так тебе что-нибудь перейти? Воды? С собой? Как насчет осколков? Смешно. Ну хорошо, начинаем. 3, 2 и... Добро пожаловать и фактор боли. Может его как-нибудь включить? Да, можно его как-то выключить. Окей, мы с вами... Ну, ладно, вы поняли, это у нас Дэдпул. А сразу начнем с паутины судьбы. Уничтожьте первую камеру. Хорошо. А боевые навыки? По боевым навыкам у нас что? Человек-паук Нуар. Так, эту особую атаку можно привести, находясь в защите. А, точно это было. Нам нужно на 100, давайте на 100 испытаний там посмотрим. Развитие персонажа там тоже, да, получается, со 100? А не, с 90. Ладненько, пойдемте. Ну, выглядит пока что прикольно. Ну, мне сам Дэдпул не нравится как персонаж. Неплохо выходит. Хотя, конечно, у меня получилось лучше. Но нельзя ли сделать ее более эффективнее? Попробуй так, камеру, это увидят миллиарды зрителей. Я тебя уже что я думаю о твоих зрителях. Эй, это была моя любимая камера. Ты убил ее. Или что-то типа того он говорит. Так, стоять. Скажи, что это было актом милосердия, если бы они действительно видели... Что ты тут делаешь? Так, паутина судьбы. Все в зависимости от драки, да? Победить 50 фанатов. Уничтожьте все камеры на первой нефтяной вышке. Устранить 15 фанатов во время одной из рекламных пауз. Разоружить 10 стрелков фанатов. Короче, нужно паутину юзать. Заденьте 5 фанатов взрывами. Первого фаната, окей. Слушай, паучок, я не потерплю, чтобы ты разгуливался тут с дурацкой пижамки. За это ты сразишься с моей армией. И под армией я имею в виду ассистентов, которые решили а под старшей армией. Ты сразишься с моими фанатами. А, фанат. Самый тупой суперзлодей. А Дэдпул, он чем? Такой непримечательный. Он немного чокнутый, поэтому он очень быстро говорит. Психопат. Я так пытаюсь воздух контролить. Вау.
Хорошая попытка. Ну, вы видите, как у нас тут все сделано. Так, ты задел же взрывом? Не, на самом деле... Дух пыла мощный — это заряженная атака. Так. Подожди, а почему сюда не записывается? Я победил, по сути, громадину, нет? Я задел взрывом. И снова нет, да? А сколько, подождите, здесь этих? Сколько? 150 эмблем паука. А где они все? Ой, там, блин, мне нужно было его пушку забрать. Блин. Да я горю, алло. Блин, я не знаю, ему кажется, вообще не наносят от моих этих атак. Ничего не наносят. На самом деле, так, знаете, смотрю и не понимаю. Хорошо. Отлично. Кажись, я тут паук. Скрытый паук. Разбить все камеры. Да, я понял, что это нужно все камеры разбить. Но мне нужно же эмблемы все пособирать. 150 эмблем. Так, еще немного. Так, хорошо.
Ты можешь одного зацепить и все. На самом деле я вот не бывает не понимаю. Ладно. Но это будет серия довольно долгой из-за того, что много куда можно пойти. Да, ёлки-палки. Отлетел. О, я буду все пытаться эмблемы собрать. 150. Но главное здесь это пытаться. Потому что место довольно обширное. Сейчас я с вами тоже разберусь со всеми. Так, тут ловушка. Так, хорошо. Золотой паук. Там нет пауков, хорошо. Ну, вы видите, они могут быть везде. Вот паучка нашел. Да я разобью все эти камеры, подожди. Прежде чем их разбить, нужно эмблемы все пособирать. Так, ну блин, знаешь? Ну типа я не понимаю, он отталкивает только? Походу он только... Да, с запахом бекона. Вот я не знаю, как вниз спуститься. Здесь то... Ага, то еще здесь. О, паук. Но здесь прохода, как я понимаю, нету. Место пипец огромное. Тут как можно туда не залететь? Так, хорошо. Ну так более приятнее смотреть на картинку. Так мне более понятно, куда мне идти.
Тихо, огненный. Почему ты не поджарился? Как мне взрывы уничтожить? Задеть взрывы на пятерых. Может, мне нужно было... Да иди ж ты в сраку. Мне камера так тут бесит, так вы еще мне бесите. Как мне туда попасть? Внутрь лучше скажите. Я только по входу могу собрать те, которые я могу собрать. Тихо. Ладно, погнали за камерами. Тут тоже есть эмблемки. И наверху есть. Неужели я думаю, что у меня нет резервных планов, если прямой эфир шоу не может продолжаться? Так, как я понял, там еще у нас летающие есть. Паутина судьбы. Девяносто эмблем. Уничтожьте три больших фаната Дэдпула с помощью добивающего захвата. Ага. Развитие героя. Так, плюс здоровье купить. Восстановление здоровья купить. Так, хорошо. Чем ты орешь? Сейчас мы туда сходим. Не знаю, главное, он улетает далеко, непонятно куда. А все равно сливает. Так, вот дырочка. Нет? Кстати, а как мне тогда туда попасть? Как бы только через верх. Ну вот, люк нет. Тогда я не понимаю. Ладненько. These cameras are his eyes and his ears. Better knock them out. Вот, открылся проход. Человек-паук, ты следующий участник фантастической битвы. Выходи. Посмотрим, как тебе достанет. Этот соперник невероятный гигант. Это мой приз? Ого, кажется, паук сейчас раздавят. И мы уходим на рекламу. Не волнуйся, мы вернемся к тому самому моменту, когда... Эй, парни, скорее сюда. Нашему герою нужно развернуться.
Так, готово. Пипец, у меня уже контратак. Он до соточки дотянул. Изи. Кажется, а паука сейчас раздавят. Взять его Борган. Борган. Я немного приболел, поэтому. Борган. Как-то ему много атак нужно делать. Готово. А, как жаль, где мне теперь найти такого же огромного и злобного фаната? Неса, ты знаком с другими, что? Я не пойму, как мне эту камеру достать. Я думаю, как мне другую камеру достать. Here, let me hold that for you. О, так они на вышках уже сидят. Тихо, вот еще эмблема. Ой, и тут эмблема. И тут эмблема. Hey, I'll keep dishing it out if you keep taking it. Так, как мне так эту камеру сломать бы? А, я знаю. Ты портишь мне мое шоу. Добро пожаловать на шоу Уэйда на улице у нас. Приветствую тебя, поезжал с говорю, потому что у всех стал как вам Китти Прайд. А теперь правда мозг планируется и вместо тела девушки? Мне нужно идти, он говорит. Так, еще паука нашел. Еще одного паука нашел. Еще одного паука нашел. Опа. Здрасте. Готово. Вот так. Поздравляю, паук, ты испортил мне передачу и заслужил свой приз. Осколок? Так, не пойдет. Плохой паучок, плохой. Ох, голова болит. Где? Ого! Смотри, мама, смотри! Та-да! Собственной персоной. Невероятный Дэд. О, ну посмотрим на себя.
А что такое? Я думаю, это вышь росом, но ладно, будем избегать общих планов. Дэдпул, спасибо, спасибо, цветки не надо, лучше присыпайте деньгами. Не бежите, но ты в общем... Get in there, boys! Show Wally Webbs here he can't twist my doorknobs! Wally Webbs? Seriously? Give me a beat! Get out of here! That's CTO! Hey, stop hitting your face with my fist! Что за фигня? А ничего, что они сами задевают себя взрывами. Мы их сейчас вот так сделаем. Просто каждый заденет. Давай сюда, сюда. И все. А что мне делать с ним надо? Иди сюда, Ласт, последненький. Смотри, что тут есть. Смотри, смотри. Идеально. Так, здесь, походу, больше мне пока что ничего нет. Хорошо. Галерея развития. А, это мы тут были, да? Да. Навыки. А, только после на сотку, ладно. Паутина судьбы. Да, хорошо, уничтожьте трех больших фанатов, это легко будет. Промчитесь по трубе и выберитесь на платформу за одну минуту. 8 пауков. Сделайте так, чтобы больше фанатов Дэдпула победили 5 фанатов. Большие, я понял, хорошо. В последнем поединке вы должны победить всех трех Дэдпулов в следующем порядке. Огнестрельное, оружие, мечи, гранаты. Так. А, все, их только трое будет. Огнестрельное оружие, мечи, гранаты. Уничтожьте всех. Так, камеры на второй нефтяной вышке. Еще будет одна вышка, ничего себе. Соберите 90 эмблем. Окей. Go to bed school. What? It rhymes. Loser! А. Что-то музыка пропала. А, так он вызывает их. Все. Мне кажется, одной эмблемой. Я только что вспомнил, мне надо почистить зубы.
Убегаешь, понятно, что я надеру тебе задницу и решил слиться. Я не убегаю, просто хочу найти словарь и посмотреть, что значит слинять. Ага, гениально. Мой маленький цветочек, мне было так весело, а тебе, наверное, не очень. Ого, ух ты, ладно, это того стоило. Так, хорошо. Хорошо. Или я мог сразу проходить? Или это не та труба, которая была написана? Слушай, мне нравится этот костюм. А мне твой. Ты же купил его на каталоге. Нет, в магазине подарков. Если пройдешь туда, лично тебе подарок. Да ты чё, прямо в магазине? Да, мерку снимают сразу пару дней, уходит на то, чтобы все подшить, но это того стоит. Да, я и говорю, прикинь. Чувак, поверь. Я вспомнил, как он сидит. Да, должен сказать, это классно. О чем я говорю? Прямо. Так, давайте я, короче, сразу буду. Сразу с дальниками разбираться. Сразу собирать все ништяки. Потому что место довольно большое, снова же. Хорошо, где другие камеры? А сколько их всего? 9? О, со щитом даже есть. Может, не буду на них тратить время, побегу просто дальше. Так, скоро эмблемы соберем. Достаточно много. Так, возвращаемся на ту сторону. Так, что я тут еще видел? Ага. Взрывные игрушки. Ну тут они везде раскинуты. Не, ребят, я просто так с вами драться не буду, типа. Сорян. А, где-то через низ надо искать. Wrestlers look anorexic.
Мне нужно, чтобы эти гиганты убили своих. А получается только так. Так. Здесь, походу, больше нету, да? Ладненько. А, вот, все, приехали еще. О, как раз. Так, хорошо. Еще давай, давай. Отлично. Ой, что-то меня сейчас от... Отдевнусь меня сделают. Так, теперь ты. Захват. Жалко, что я тому тоже захват не сделал. Блин, это я уже что-то долго выполняю. Так, еще нужно одно испытание выполнить. Так. Я тут снизу была. Sweet punching bags. Так, тут-то есть одна штука. Can those be redeemed for cash? Теперь в эту сторону. О! А почему ты цепляешь его? Что это за бред, скажите? Как он меня бесит, вот этот. Неужели? Изи. Так, хорошо, поехали. Развитие героя. Так, сразу... Подожди, 110. Боевые навыки. Так, вот, да.
Так, приемли летающих врагов. Так, 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 хорошо. Так, тоже в воздухе. Да уж. Фигня неспособности. Легче вот это прокачать. The good road. Все, погнали за камерой, последний. А еще кусок паука. И тут еще пауки есть. Здесь у нас вообще золотой паук. Так, хорошо. Там еще паук есть. И тут паучок. Так, последняя камера снизу. А, аж так. Ага, даже так. Окей, где проход? Опа. И нашел. Так, кстати, здесь вот есть еще проход. Найдено. Ooh, collectibles. Тоже не то. Так, я вижу здесь еще. А, это камера. Нет, там еще что светится, он паук. Еще светится эмблема. Но я не вижу спуска вниз. Типа, где он может даже быть, я не знаю. Да ё-моё. Вот этого цвета аж глаза болят. Типа, ладно, туда я не знаю, как попасть. Может, где-то снизу проход? Где-то вот здесь, я не знаю. В стенках нигде. А, стоит, тут есть вот. Really, вон оно что. Отлично. Блин, еще появились камеры. Да, это довольно долгая серия. Но они там... Все. Там эмблема, я видел. Нужно не уйти далеко. Эмблему забрать. Gotta collect them all. И вон эмблема.
Беги. Так, значит, эту доломать. Замечу, что она перестает стрелять, когда мы типа на нее падаем. Так, еще эмблема пука. Сколько мы уже собрали? 122. Welcome back to the Wadey Wilson Show with our special guest Walthrop Webbs. Now Walt, let's talk about that time you experienced. Well, actually, хорошо. Отлично. Ой, там еще были. Поздравляем, вы дошли до этого этапа и получили в подарок домашние варианты игры «Фактор боли». Теперь вы можете передвигнуться опасно своим близким, не выходя из дома. Я вручу вам приз. Можно я в качестве награды заткнуть тебе глотку? Так, стоять. Сейчас какая-то фигня будет, походу. Паутина судьбы. Так, сначала, короче, с оружием, потом с мечом, потом из которой гранаты. Хорошо. За одну минуту выбраться с трубы. Ты действительно решил запереть меня в комнате, как будто я привязан к земле? Опять реклама? A man who has ventured back from the other side, who has cheated death itself, is now available for psychic reading. The eye of Agamotto sees all. Picture yourself on the beach and tantric healing. Пускай сами себя убивают. Doctor Strange, call now and you'll even receive a limited edition tarot deck signed by the doctor himself. Not available in any store. Yours free for 1999. Don't delay another minute. Pick up the phone and call right away. No, don't even bother. Is this the Smith residence? I was just going to call you. I know. When it comes to the supernatural, there's only one thing. Yeah, I'm not sure. You can call me Steve. $2.99 the first minute. Amount doubles exponentially each additional minute. Okay, everybody, we're back in 5, 4, 3. So. It's all mine. Highs in the mid-60s and a low of 75. On the bad news tip, viewers are advised to seek higher ground, because we're about to have a massive tidal wave tear. Looks like it'll be caused about 5 seconds from now by some nutty feather plucker detonating a whole mess of explosives underwater. Of course, the question on everyone's mind is, who would be приближающего, да? Что безумие... А подождите, это же я! Start for swinging spider who quickly claims the inside. Join now. Успешный человек-паук. Выбраться пока до него не. Ни хрена. Черт. 10 секунд. Ни хрена тут. Да. Ты думаешь, это за платформа? А я тебе скажу. Это маленький секретик. О, черт.
Ни хрена себе. И вот он, замечательный, грязный. Тот кто-то, то он нет, но выживает. Человек-легенда, супергерой. И не мутант. Интересно, злодеи тоже считают, что я слишком заговорчив? И надо. Ну ладно, уродливый маг и злодей, сейчас я тебя ликвидирую. И снято. Господа, всем спасибо, отличный эфир, прекрасная передача. Держи, малыш. Ты его заслужил. Спасибо. Все по-честному, да? Кстати, зачем вообще нужна эта штука? Долгая история. Если коротко, это дает злодеям сверхъестественное, поэтому я... Погоди, это реквизит. О, шоколадный батончик! Я хочу батончик! Хлоп, хрусть, бам! Мне нравится? Наконец-то смеется над моими шутками. Угадай, зеленый и шумит. Что это? Халгудок. Убейте его. Убейте его, убейте. I kind of wish my voice stayed like that. Так, подожди, сначала мне нужно. Убить. Вот этого парня. Ну это легко. Ну это тоже легко. В виде сердечка. Раунд 2. Мне нужно пулеметчика убить сначала. Так, изи. Подожди, паутина судьбы. Так, теперь мечи мне нужны. Так, хорошо. Отлично. Нужно, короче, держать. Но они мне не так много урона уносят, поэтому. Вау-вау-вау. Раунд 3. Минус. Все, изи. Хаос пройден. Мы вернемся к вам очень скоро. Еще одно задание выполнено. За него ты получишь высокий балл. А за остальные и кстати. Как мне теперь вернуться домой? Но это очень была долгая серия на самом деле. 127 я собрал. 43 минуты это вовсе сам уровень. Ну плюс я еще заходил в меню, там выбор. Ну этих, что я буду прокачивать, поэтому. Да уж. Жестко. Пока все неплохо, наши герои-пауки делают все возможное и невозможное. Но где-то есть и другие осколки могущественных скрижали, и что-то подсказывает мне, что дальше будет только хуже. Вуаля. Молодец, Человек-паук. Кто говорил, что помощь от друга найдет? И еще один... Осколок, подождите, берегись! Я захвачу останки Скрижали. Она будет моей!
Снова ты? Можешь рассыпать кого-нибудь пополам? Эй! Это же уже не фокусы. В прошлый раз я недооценил меня, Человек-паук, и эта старуха поплатит за твою наглость. Принеси мне остальные крижали, иначе ты не увидишь ее живой. Хватит, я все сделаю. Не трогай ее. Скорей, паук. Часы тикают. Интересный факт. Норман Осборн, Зеленый Гоблин, нанял Мистерио, чтобы тот что-то там. Хорошо. Так, а теперь у нас еще новый враги. Я не знаю. Не знаю. А, это я, скорее всего, знаю, кто это. Либо Кравен, либо Карнидж. Ну, короче, Венома. Один из двух. Либо черный, либо красный. Ну, это что-то на осьминога похоже. Только женщина. Ну, это будет у нас, понятно, последний. Вот это будет препоследний. И остается только между вот этими. Ну, давайте, наверное, за красного паучка. Потом за будущее, прошлое и черного. Поэтому... А, точно. Хотел уже прощаться. У нас же с вами еще на этого есть биография Дэдпула. Хотя, мне кажется, все смотрели фильм, поэтому они знают, кто такой Дэдпул, что он себе представляет, но почему он стал злодеем, вот это я только не пойму. Блин, интересный факт пропустил. Мутант-телепат, мадам Сеть обладает способностью к предсказаниям. Да ладно. Биография. Так, экстремист, выпускающий против мутантов, сержант Уиди Уилсон пришел болезненную кибердефикацию в итоге со телезвездой и ведущим реалити-шоу. Такова странная история Дэдпула, психа с извращенными чувствами юмора. Он чудом выжил в сражениях с Человеком-пауком и Людьми X, попутно растеряя останки здоровья здорового смысла. Он уверен, что находится в видеоигре. Дэдпул обожает быть в центре внимания, убивает мутантов в прямом эфире и мечтает расправиться с Человеком-пауком. Ну, в какой-то степени он прав, что находится в игре. Но ведь Человек-паук не мутант, скажите вы. Дэдпул все равно. У него чисто спортивные интересы к убийству. И он не откажется посмотреть повтор финального поединка. Современный Человек-паук 91. Ну, как-то так, ребят, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.